Яркие, нарядные, словно сегодня 1 сентября, первоклассникам устроили торжественное посвящение. Старшие ребята подготовили для них номера, а сами первоклассники зачитали клятву. Учащиеся 4 В-класса подготовили инсценировку по известному мультфильму «Из Простоквашино». Мы покажем инсценировку, и, конечно же, сами виновники торжества расскажут стихотворение, как это всегда, как это обычно бывает по традиции. Школьники выступили на сцене, чтобы показать, чему они успели научиться. Ученики 1 Б, например, освоили счет и рассказали о цифрах в стихах. Помимо постановки на основе мультика и стихотворений, для гостей подготовили танцевальный номер. Сам же спектакль закончился так же, как и в «Трое из Простоквашино». За дядей Федором приехали родители. Родители будут сопровождать малышей на протяжении всей их жизни. Сегодня они тоже пришли поддержать своих первоклашек. Сами же дети дали клятву исправно ходить в школу, быть воспитанными и не драться. Мы стали настоящими первоклассниками. Нам дали вот такую грамоту. В конце мероприятия учитель Олеся Рачек дала первоклассникам напутствие и пожелала успехов в учебе. Елена Нурматова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.